пищевыми волокнами, небольшая часть продуктового тренинга, глобального тренинга, подготовлена глобальной командой Wellness. Да? Поехали. Итак, начнем мы с более такой детальной информации о том, что такое все-таки пищевые волокна, что такое пребиотические волокна и для чего они нам нужны. Поехали. Листаем слайды. Вот так у нас сегодня будет. Немножечко технические вопросы у нас остались, но вот видите, у нас все получается отлично. Итак, давайте остановимся на ключевых понятиях, с которыми мы будем работать в рамках презентации и в рамках продвижения продукта «Пребиотический напиток с пищевыми волокнами». Мы в рамках этого продукта будем говорить о самочувствии нашего кишечника. Почему будем рассказывать в течение этой презентации? Мы поговорим о том, что пребиотические волокна являются неотъемлемой частью хорошего самочувствия кишечника. Почему? Потому что именно эти волокна являются очень положительно, точнее, сказываются на состоянии микробиома нашего кишечника, и, соответственно, микрофлора нашего кишечника нуждается в пребиотических волокнах, как ни в чем другом. Какие ключевые пребиотические волокна есть в нашем продукте? На этом слайде вы уже видите, что это два вида пребиотических волокон. Почему мы их выбрали, также поговорим в сегодняшней презентации. Это пребиотические волокна из инулина и, соответственно, это фруктооллигосахариды из сахарной свеклы. И для чего нам все-таки нужен этот продукт? Для того, чтобы восполнять нашу потребность в пищевых волокнах в целом. Ну, соответственно, пищевые волокна являются частью клетчатки как таковой. Да, мы сегодня будем говорить вот об этой теме. Следующий слайд. Поехали дальше. Идем дальше. Давайте поговорим, в общем-то, что такое пищевые волокна и зачем они нам нужны. На самом деле мы об этом уже с вами говорили. Говорили не единожды в рамках категории Wellness, в рамках разговора и презентации таких продуктов, как коктейли, супы, протеиновый комплекс. В общем-то, все это серия Natural Balance. Да? Там также содержится энное количество пищевых волокон в рамках того, что там у нас содержится также клетчатка, да, полезная для нашей микрофлоры кишечника. Но если мы говорим о пищевых волокнах в рамках разговора о пребиотическом напитке, то здесь важно дать более детальную и углубленную информацию о том, что это такое и для чего они нам нужны. Да? Есть разные виды пищевых волокон, но мы понимаем, что первое, что важно запомнить, пищевые волокна – это разновидность углеводов, это как раз-таки те вещества, которые нам необходимы для того, чтобы улучшать перистатику нашего кишечника, для того, чтобы улучшать самочувствие нашего кишечника, да, что называется, чтобы он работал как часы. И вот те самые пищевые волокна, которые, в общем-то, содержатся в нашем пребиотическом напитке, в чем их преимущество? В том, что эти волокна, они начинают, в общем-то, работать не в тонком кишечнике, да, и не расщепляются ферментами тонкого кишечника, они начинают работать и ферментируются бактериями толстого кишечника. И, соответственно, они являются пищей для этих бактерий. Дальше, если мы говорим, где они содержатся, то это, соответственно, те же самые пищевые продукты, знакомые всем нам, и, в общем-то, я думаю, что они не требуют долгого представления. Это, соответственно, фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые. И для чего они нам нужны? Они добавляют объем к, соответственно, тому количеству пищи, которую вы кушаете, они улучшают перистатику кишечника, они ускоряют продвижение пищи по пищеводу, способствуют пищеварению в целом. И очень важно понимать, что
прекрасное самочувствие нашего кишечника напрямую, можно сказать, связано с защитной функцией нашего организма, то есть с иммунной функцией, потому что 70% иммунных клеток нашего организма, они как раз-таки находятся в пищеварительном тракте. Поэтому есть прямая и очень конкретная связь состояния нашего желудочно-кишечного тракта и состояния нашего иммунитета. Да? Об этом важно помнить, когда мы выбираем пищу для себя, ну и, соответственно, мы говорим о том, что об этом нужно помнить ежедневно. Да? Как показывает наука и как, в общем-то, уже доказано временем даже, если мы говорим про диеты в плане не диеты-диеты, да, а в плане системы питания с высоким содержанием клетчатки, да, в которой очень много пищевых волокон содержится, посмотрите на те продукты, о которых мы сегодня говорим, они могут способствовать, в общем-то, хорошему самочувствию и кишечника, и нам с вами, и предотвратить, да, профилактировать появление тех или иных заболеваний, не очень приятных, и, я думаю, тех, с которыми никто не хочет столкнуться. Следующий слайд. Итак, мы с вами разобрались с тем, что такое наши пребиотические, точнее, пищевые волокна. И если вы сейчас посмотрите на этот слайд, то на этом слайде мы четко показываем, во-первых, виды пищевых волокон, и мы показываем их функции, да, для чего они нам нужны. Пищевые волокна пищевым волокнам рознь. Да, есть растворимые или гелеобразные пищевые волокна и есть нерастворимые, соответственно, пищевые волокна. Вот часто, в общем-то, чаще все-таки, наверное, мы останавливались на нерастворимых пищевых волокнах, которые улучшали перистатику кишечника в целом, да, и были вот такими своеобразными метелочками. Очень часто употреблялся именно такой формат, ну, что ли, ну, сравнение, да, вот этих пищевых волокон, то если мы говорим о том, к чему относятся, к какому из видов относятся пребиотические волокна, то эти волокна относятся как раз-таки к виду растворимых гелеобразных волокон. И, как мы с вами поняли, такие волокна усваиваются в толстом кишечнике и являются пищи для положительных бактерий, населяющих наш желудочно-кишечный тракт. Чем больше, соответственно, получают правильного питания наши микроорганизмы, населяющие желудочно-кишечный тракт, тем лучше чувствует себя наш кишечник, потому что это, ну, так называемый микробиом желудочно-кишечного тракта. Вы видите, что, возможно, пищевые источники тех или иных волокон, они где-то пересекаются, но, в принципе, очень важно отметить, что это, конечно же, фрукты, овощи, это, конечно же, цельнозерновые, и это, конечно же, орехи и какие-то семена. Только единственное отличие от нерастворимых, да, растворимых, что то, что нерастворимые все-таки больше сосредоточены именно в оболочках этих самых овощей, фруктов, там, семян каких-то. То есть это грубая вот эта оболочка, которая нам необходима также кишечнику. Разные виды пищевых волокон есть, как вы поняли, из этой информации и поняли, что именно пребиотические волокна относятся к растворимым или гелеобразным пищевым волокнам. Дальше. Идем дальше. Продолжаем разговор. Здесь давайте, в общем-то, определимся с значением двух слов. На самом деле, когда мы начали разговор о пребиотике нашем, да, то очень часто можно было услышать, что я с удовольствием послушаю про наш пробиотический напиток. Да. На самом деле разница в двух словах про и пребиотик, она заключается не только и не столько в отличии, так сказать, приставок, да, двух этих слов, а в значении данных
данных слов и, соответственно, данных продуктов. Я думаю, что после этой презентации вы на 100% будете знать, в чем разница. Да? Итак, если мы говорим про пребиотик, то мы уже не раз с вами повторили тот факт, что именно пребиотические волокна и, соответственно, пребиотические напитки, они служат для того, чтобы являться питанием для полезной микрофлоры. А если говорить про пробиотики, да, то, соответственно, здесь мы говорим о том, что выпивая тот или иной продукт с пробиотиками, мы вводим в наш организм уже ту самую микрофлору, да, добавляя. Следующий слайд покажет нам это, ну, вот так наглядно и на примере сада, да. То есть мы с вами понимаем, что экосистема желудочно-кишечного тракта, она очень-очень нестабильна с какой-то точки зрения. Почему? Потому что развитие тех или иных бактерий, положительных или отрицательных микроорганизмов, да, оно зависит напрямую от ежедневного нашего с вами выбора тех или иных продуктов, которыми мы наполняем себя для получения энергии. Да? То есть это, соответственно, в большей степени относится к макронутриентам, да? То есть это белки, жиры, углеводы, клетчатка и те продукты, которые их содержат. Но, соответственно, экосистема, она очень четко отвечает на то, какой выбор мы делаем ежедневно. И, соответственно, поработать с этой экосистемой в рамках увеличения количества положительных, полезной микрофлоры и уменьшения количества патогенной микрофлоры, да, можно как раз-таки двумя способами. Какие это способы? Это, так сказать, выращивание собственной микрофлоры, помощь, да, для того, чтобы наш организм смог выращивать полезную микрофлору. Что мы тогда делаем? Мы, в общем-то, добавляем в питание продукты, богатые пребиотическими волокнами или пищевыми волокнами и пребиотическими волокнами. А если мы говорим о том, что, то есть это такой постепенный процесс улучшения микрофлоры, то есть в этом процессе наш с вами выбор и наши с вами действия играют первостепенную роль, да? И есть вариант, когда случился, какой-то кризис, да, например, болезни, и когда есть назначение врачей различных препаратов, да, которые, в общем-то, справляются с заявленными, в общем-то, угрозами для нашего организма, но при этом они подчищают, в общем-то, всю экосистему вне зависимости от того, это полезная микрофлора или это патогенная микрофлора. И, соответственно, для того, чтобы быстрее восстановить экосистему нашего желудочно-кишечного тракта, мы вводим напрямую полезную микрофлору в наш ЖКТ. И, соответственно, если вы посмотрите, да, то к пребиотикам относятся инулин, фруктолигосахариды и другие виды. Да. Здесь мы остановимся именно на этих двух моментах. Если мы говорим про пробиотики, то к пробиотикам относятся как раз-таки лактобифидобактерии, которые нам часто, в общем-то, мы эти названия слышим, ни для кого они не являются секретом. То есть это как раз-таки продукты с пробиотическими пищевыми волокнами, да? Поэтому, точнее, с непосредственно полезной микрофлорой, содержащей, да, лактобактерии и бифидобактерии. Если мы сравним экосистему желудочно-кишечного тракта с садом, то вот очень простой пример, который, я думаю, что вам запомнится, и вы будете его вспоминать, если где-то что-то забудете, например, что к чему относится. Вот если мы говорим про сад, да, то там могут расти разные растения. И вот вам нравится какой-то один из видов цветов, да. Так вот, чтобы увеличить количество этого самого цветка, либо усилить, например, цветение, можно пойти двумя способами. Либо купить, таких же саженцев и засадить, соответственно, определенное количество грядки, да, этими саженцами. Это будет равно
как в организм, в экосистему желудочно-кишечного тракта вводят пробиотики, да, но можно действовать и по-другому. Можно, так сказать, пока имеющиеся у вас растения, и они будут расти дольше, цвести дольше и, в общем-то, радовать глаз. Соответственно, вот пребиотик можно сравнить с подкормкой для растений, да, потому что это является пищей для, ну, собственно, нашей полезной микрофлоры. Вот такие простые сравнения, я думаю, что вам помогут, еще повторюсь, запомнить отличия от этих двух, ну, таких очень-очень близко, что ли, не близко, а очень-очень, ну, похожих друг на друга. Вот так правильнее сказать. Ну и, соответственно, как вы знаете, сейчас наука пошла дальше, и есть препараты с пробиотиками и пребиотиками, в принципе, да. Но если мы говорим про компанию IT, мы не выпускаем никакие фармакологические средства, то есть никакие средства, содержащие какие-то лечебные вещества и лечащие на 100% от. Как работают пребиотические волокна, да? Как работает пребиотик? Здесь важно, в общем-то, понимать две вещи, да? Что, как мы поняли, уже пребиотические волокна не расщепляются в тонком кишечнике, не ферментируются тонким кишечником, они доставляются в целости и сохранности в толстый кишечник, где уже усваиваются непосредственно наши положительные микрофлоры, да, то есть являются пищей для живущих в нас, как бы это ни звучало странно, бактерий. Соответственно, что дают те самые пребиотические волокна для бактерий, живущих в нашем желудочно-кишечном тракте, да? Они способствуют такому естественному, что ли, изменению экосистемы пищеварительного тракта и, соответственно, росту положительных лакто- и бифидобактерий в нашем организме при нашем непосредственном участии. Для меня это очень важный момент, поэтому я постоянно буду на них обращать внимание. Да? Если мы говорим о том, какая дозировка должна быть для того, чтобы наш кишечник работал как часы, то вот по научным данным, то, в общем-то, вы видите, что 5 грамм инулина в день, это достаточно хороший вариант для того, чтобы вы получали все необходимые пищевые волокна. Ну, в данном случае еще эти же пищевые волокна будут являться и пребиотическими волокнами. Соответственно, если мы говорим про наш пребиотический напиток, в каком количестве мы рекомендуем его применять ежедневно, то это 1-1,5 дозировки в течение дня, да, не более. Почему? Потому что, опять же, это не является заменой употребления и включения в ваш рацион фруктов, овощей, да, цельнозерновых, это является дополнением. Поэтому, безусловно, из нашего пребиотического напитка мы не делаем для себя цели получения 100% количества пищевых волокон, включая пребиотические. Мы делаем для себя цель дополнить, разнообразить, возможно, наш рацион этими пищевыми волокнами. Да? И если мы говорим о том, с чего нужно начать. Начать, конечно же, нужно не с максимальной дозировкой, не с полторы, ну вот не с полутора, там, получается, это примерно 2,5 чайные ложки, да, продукта в течение дня. Нет, лучше начать с меньшей дозировки. Почему? Потому что реакция нашего желудочно-кишечного тракта, возможно, не привыкшего к поступлению такого количества пищевых волокон, может быть разная, и она может нас даже немного удивить. Поэтому, чтобы не удивляться, на 100%, в общем-то, лучше начать приучать свой желудочно-кишечный тракт, получать вот даже такие положительные и важные для нас продукты, да? Пищевые волокна. Следующий слайдик. Поехали. Да.
Ну и вот, как я вам говорила уже не раз, наше пищевое поведение влияет на то, как чувствует себя наш кишечник. Причем, еще раз повторюсь, нельзя сказать, что наша микрофлора, она константой такой является. Все будет зависеть от нашего ежедневного выбора. Сейчас у нас здесь слайдик поменяется, вот отлично поменялся. То есть пищевое поведение влияет на самочувствие кишечника. Хотим мы этого или нет, но важно всегда помнить об осознанности выбора тех или иных продуктов и о том, что это напрямую будет, в общем-то, отражаться на нашем самочувствии, как мы поняли, да, на 100%, потому что здоровый кишечник, отличное самочувствие наше с вами. Вот как выглядит условно, да, если сделать такую картинку микробиома желудочно-кишечного тракта. Там, естественно, есть и сбалансированный, и несбалансированный микробиом, да, и положительная микрофлора, и патогенная микрофлора, но ее количество, да, ее процентное соотношение будет зависеть, как мы уже поняли, от нас. Если в нашем питании достаточно тех самых грубых волокон, тех самых разнообразных фруктов и овощей, то, в общем-то, у нас будет жить и здравствовать вместе с нами сбалансированный микробиом. Если же в питании преобладают все-таки жиры и быстрые углеводы, то, к сожалению, конечно же, это будет способствовать росту патогенной микрофлоры и, соответственно, будет все-таки в большем количестве присутствовать несбалансированный микробиом. Следующий слайдик. То есть, еще раз повторюсь, мы как компания делаем акцент на не просто на работу над собой, как самоцелью сбросить вес, да, либо поддержать вес. Мы делаем акцент, как всегда, даже с точки зрения этого продукта, мы делаем акцент на вот такое ежедневное обдумывание, а что я делаю и для чего, и а что меня ждет завтра, если я сегодня сделаю такой выбор, да, то есть сознательный выбор того или иного стиля жизни, даже с точки зрения питания. Обратите внимание, да, вот на эти данные, нужны ли нам дополнительно пребиотические пищевые волокна или нет. На самом деле, опять же, здесь нам помогают даже не столько наши честные отзывы о своем питании, да, сколько статистика, да, цифры. Цифры, они, в общем-то, показывают реальное состояние, ну, по тому или иному вопросу. И если вот мы смотрим рекомендации Европейского агентства по безопасности продукции, продуктов питания, да, то вы видите, что есть рекомендация употреблять в день от 25 до 35 грамм пищевых волокон. Почему такая разница есть? Потому что говорится о взрослой женщине, ну, там где-то 50-60 килограмм, да, среднего телосложения, небольшого роста, и о мужчине уже более высоком и в другом немножко весе. Если округлить, то получается где-то 30 грамм пищевых волокон. Но, как вы видите, от рекомендованных норм на самом деле мы находимся, ну, все-таки даже не на нижней границе, да, рекомендованной, ниже нижней границы. Если посмотреть вообще на питание населения Земли, то важно отметить такой факт. Казалось бы, вот обдумайте сейчас этот момент. Мы с вами живем в 21 веке. Мы с вами стали меньше, что ли, пользоваться там вариантами закаток, каких-то заготовок на зиму. Почему? Потому что все, что нам нужно, разноцветные овощи, зелень различная, все есть в магазинах в прямой доступности, в шаговой доступности в течение всего года. Но парадокс заключается в том, что чем более развита страна, город, я не знаю, да, население, тем меньше в их питании присутствует тех самых важных для нашего кишечника, как мы поняли, пищевых волокон, в том числе и пребиотических волокон. То есть это парадокс, действительно, чем более развитая страна в целом, да, город, где больше возможностей купить, как я уже сказала, круглогодично какие-то свежие продукты,
тем меньше мы этим пользуемся, отдавая предпочтение вот как раз-таки более сытным, более быстрым вариантам питания. И, соответственно, в глобальном таком понимании среднее потребление вот таких пищевых волокон на человека в день всего лишь 23 грамма. Всего лишь. То есть это 2/3 нормы. То есть по факту ну, мало кто из нас на регулярной основе завтракает, обедает и ужинает с наличием тех или иных разнообразных да, фруктов, овощей, цельнозерновых, орехов и так далее, да, семян. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что недостаток есть и нужно это решать, потому что от этого зависит наше с вами самочувствие. Следующий слайд, поехали. Поговорили о том, как, в общем-то, обстоят дела с точки зрения статистики использования тех благ цивилизации, которые у нас есть, я говорю, с точки зрения выбора, да, того, чем можно, что можно взять в качестве еды на сегодняшний момент. И переходим к теме, зачем употреблять пребиотический напиток. И с какой-то стороны этот слайд может служить ответом, а почему он у нас появился в ассортименте. Да? Почему он появился в нашем ассортименте? Потому что, безусловно, мы как компания, наши коллеги, ученые на 100%, да, видя эту статистику, мы понимаем, что, в общем-то, и в рамках, ну, я бы так сказала, население Oriflame, если так можно сказать, да, есть такая, можно сказать, раса Oriflame, также есть эти недочеты с точки зрения питания. Поэтому, конечно же, здоровое пищеварение является сейчас, если положить руку на сердце, да, то проблемой для многих людей, да. Именно поэтому, наверное, на полочках наших аптек существует большое количество, разнообразное количество различных препаратов, улучшающих, ускоряющих, убыстряющих пищеварение без нашего на то влияния, да? Ну, как бы мы кушаем то, что, в общем-то, мы привыкли, но при этом мы добавляем какие-то вот такие катализаторы для процесса пищеварения, но это не является, что ли, таким естественным процессом, каким должно быть, собственно, наше пищеварение, да? Не та, не той поддержки, что ли, ждет наш кишечник от нас с вами. Поэтому, безусловно, зная эту проблему, мы понимаем, почему нам нужно употреблять этот напиток, почему он у нас появился. Как мы уже сказали, в общем-то, если у нас есть вопросы к нашему кишечнику, а у него есть вопросы к нам, то, конечно же, полноценно себя чувствовать очень сложно в момент того, когда, например, наш кишечник дает о себе знать, да, очень сложно чувствовать себя позитивным, там, на 100% излучающим энергию, да, человеком, когда есть вот такие небольшие или большие вопросы, уже связанные с кишечником. Опять же, как мы с вами говорили, 70% иммунная система организма находится в ЖКТ, поэтому от того, насколько хорошо этот орган чувствует себя, мы будем настолько хорошо, в общем-то, противостоять каким-то агрессорам извне, да. Я понимаю под словом агрессором различные вирусы и так далее. Ну и, конечно же, мы заботимся о том, чтобы наш кишечный микробиом формировался с правильным соотношением положительной и отрицательной микрофлоры, да, чтобы это был сбалансированный микробиом нашего, в общем-то, желудочно-кишечного тракта. И это важно для всех нас, вне зависимости, собственно, от пола, да, для взрослых это особенно важно, потому что выбор, конечно же, делаем для себя каждый из нас самостоятельно. Следующий слайд. Зачем нам нужно употреблять? Итак, и если мы говорим о том, каков же наш пребиотический напиток и в чем его сила, да, как раз-таки сила его в том, что он, как источники пищевых волокон, он содержит в себе 6 натуральных источников пищевых волокон. Это овощи, да? Какие здесь есть овощи?
Здесь есть, как вы поняли, да, два ключевых ингредиента, которые являются еще и самыми исследованными пребиотическими волокнами. Да? Это инулин из корня цикория и фруктооллигосахариды из сахарной свеклы. Также здесь содержится зеленый перец, шпинат, брокколи и кел, ну, это разновидность капусты. То есть все это овощные источники пищевых волокон. В чем их преимущество, если мы говорим о том, что, в общем-то, ну, каждый из нас, наверное, как минимум приобретет для себя этот продукт и протестирует на себе, если мы хотим развиваться в рамках wellness-категории, да, с теми продуктами, которые у нас есть. В чем преимущество вот этого пребиотического напитка? В том, что на одну порцию, по факту это 1,5 ложки, да, содержится 4 грамма пищевых волокон. То есть это супер, я бы сказала, концентрированный, что ли, с точки зрения насыщенности полезными пищевыми волокнами, включая пребиотические волокна, продукт, да, удобный для употребления и содержащий всего лишь 11 калорий. Всего лишь 11 калорий, как в двух ягодах клубники. Две ягоды клубники равно одна порция по калоражу нашего пребиотического напитка. То есть максимум пользы при минимуме калорий. Да? Если мы говорим дальше, можно следующий слайд? По пребиотическому напитку. Пока слайд открывается, я вам покажу, как это выглядит в камеру прям. То есть это, опять же, порошковая такая текстура, удобная для использования. Вот такая баночка очень удобная. Это я ее уже открыла. На самом деле она запечатана вот такой штукой. Сейчас, вот сюда, да? Вот такая штучка закрывающая, то есть вы получаете баночку внутри закрытую вот этой фольгированной такой крышечкой. Вы ее открыли, и, собственно, ваш пребиотический напиток готов к употреблению. Что здесь важно знать об этом напитке? Во-первых, он прост в применении. Почему? Потому что он имеет нейтральный вкус, у него вот такой легкий, что ли, салатовый оттенок, ну, потому что все овощи, которые я перечислила вам, да, до этого, они зеленые овощи. И на самом деле вкус получается такой нейтральный, хотя кто-то вот на форуме успеха в Москве говорили, что кто-то слышал там брокколи, кто-то капусточку там слышал. Такой легкий-легкий есть, ну, опять же, все зависит от того, насколько вы чувствительны к вкусам. Ну, вот такой легкий-легкий, что ли, налет какого-то вкусового содержания там есть. Но, в принципе, здесь нейтральный вкус и нейтральный запах. Здесь нет никаких дополнительно введенных компонентов, я имею в виду, ни генномодифицированных организмов, безусловно, ни каких-либо дополнительных консервантов, ни каких-либо дополнительных красителей нет. То есть это натуральный такой оттенок тех продуктов, которые являются основой нашего пребиотического напитка. И обратите внимание, что наш пребиотический напиток является вторым продуктом в ассортименте Wellness, который имеет на данный момент сертификат веганского общества. То есть он подходит для питания веганов. В этой баночке 30 порций. На 30 дней, но важно понимать, да, порции, мы помним, что это 1,5 чайные ложки. Если вы только начали принимать напиток, то, скорее всего, вам баночки хватит чуть дольше, чем на 30 дней, потому что там первую неделю или 1,5 недели вы будете использовать его ну, в половину по количеству на одну порцию. И, соответственно, рекомендации по применению его тоже очень просты. Его можно использовать как с горячей, так и с холодной водой. Его можно использовать, соответственно, как самостоятельный продукт, разводя в воде и выпивая просто стакан, содержащий наш пребиотический напиток с пищевыми волокнами, либо он шикарно встраивается в ваш привычный ритуал приема пищи. Почему? Он может быть частью коктейля, да, то есть можно добавлять его в коктейль, можно добавлять в суп, можно добавлять в готовые какие-то блюда и напитки, причем без разницы холодного или горячего они употребления. То есть продукт фактически такой очень-очень
позволяющий нам легко с ним работать, раз, легко встроить его в ваш ритм приема пищи или питьевой режим, в зависимости от того, как вы будете его использовать, и, соответственно, приносящий максимальную пользу при ежедневном использовании. Следующий слайдик. Потом мы его, в общем-то, откроем. Дальше. Преимущество пребиотических волокон. Да, на что я обращаю ваше внимание? Да, мы говорим пищевые волокна и пребиотические волокна. Еще раз напомню, что пищевые волокна как таковые, да, это также клетчатка, но только это та клетчатка, которая улучшает перистатику кишечника, да, которая улучшает усвоение и продвижение пищи по нашему пищевому. Если мы говорим про пребиотические волокна, то напомню, что пребиотические волокна – это как раз-таки пища, которая усваивается в толстом кишечнике нашей микрофлоры. Да? В этом есть разница. Но все это, в общем-то, разные виды пищевых волокон, так или иначе. Так вот, если говорить о том, какие здесь пребиотические волокна присутствуют, то здесь наши ученые сделали выбор в пользу двух пребиотических волокон. Это инулин и фруктооллигосахариды. Соответственно, источниками этих пребиотических волокон являются корень цикория и сахарная свекла. Да? Почему именно эти продукты были выбраны в качестве основы? На самом деле все просто. Во-первых, наши коллеги следят за теми тенденциями, которые есть на, ну, если так можно сказать, рынке правильного питания, нутрициологии, да, следят за научными трудами, которые появляются в рамках этих двух дисциплин. И, соответственно, именно эти два источника пребиотических волокон являются на данный момент одними из самых используемых и исследуемых с точки зрения науки, да, и с точки зрения пользы, оказываемой этими источниками на организм человека. Более 100 научных исследований, доказывающих положительное влияние пребиотических волокон инулина и фруктооллигосахаридов, есть на данный момент, и они доказывают, в общем-то, и положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, и положительное влияние на иммунитет в целом, и даже положительное влияние на усвоение тех или иных микронутриентов в целом, да, повышается биодоступность микронутриентов для нашего организма. Поэтому обращаю ваше внимание, что вот такой выбор, он абсолютно не случайен. Ну и еще один такой интересный момент, да, мы всегда подчеркиваем, что мы родом из Швеции, правда же? Мы это подчеркиваем и с точки зрения позиционирования красоты, как мы понимаем красоту, и с точки зрения каждого продукта. Каждый продукт, безусловно, вдохновлен Швеции как таковой. И вот выбор даже источников пищевых волокон в данном продукте, да, их 6, как я сказала, да, это инулин, это сахарная, ну, корень цикория в данном случае, это сахарная свекла, это брокколи, это шпинат, это кейл, да, и это зеленый перец. На самом деле это, опять же, ну, такой золотой стандарт, что ли, для шведов с точки зрения выбора вот тех или иных овощей для своего рациона. Для них это естественный выбор, во-первых, ну и это ключевая рекомендация скандинавской диеты, так сказать. Под словом, опять же, диеты мы подразумеваем принципы питания как таковые, да, которые легли и в основу, в том числе и нашей тарелки питания, да, о которой мы всегда говорим в рамках работы по, например, снижению веса, да, на что следует обращать внимание и как перестраивать наш ежедневный рацион. Поэтому вот эти продукты, их выбор не случайен. То есть это действительно золотой стандарт с точки зрения Швеции, с точки зрения выбора этих ключевых ингредиентов для нас с вами, как для людей, производящих и выпускающих новый продукт. И еще немаловажным фактором, наверное, с точки зрения выбора этих продуктов является их низкий калораж. В принципе, если мы едим эти овощи в своем ежедневном рационе, да, то
Калораш их не превышает там 30 калорий на 100 грамм продукта. А в нашем случае, вот в таком виде порошковом, то это всего лишь 11 калорий на одну порцию продукта. Да? Тоже не так много при наличии большого количества пользы от пищевых волокон и пребиотических в том числе. Следующий момент. Давайте дальше. Идем дальше. Еще раз о преимуществах нашего продукта. Да? Нейтральный вкус, как я сказала, очень приятный и в какой-то степени даже освежающий такой, знаете, напиток получается. Если кто-то делал себе вот летом, особенно это очень популярно, там лимончик, огурчик, вот такие воды, да, для питья охлаждающие, то вот здесь вот, на мой взгляд, получается вот такой же очень освежающий, в какой-то степени охлаждающий, если на холодной воде делать, напиток для ежедневного применения, дающий максимальную пользу. Как я сказала, удобный в использовании, подходит как для самостоятельного применения, так и для добавления в пищу и напитки, которые вы выбираете для себя в качестве еды, собственно. Ну и, безусловно, мы говорим о том, что позволяет нам дополнить и разнообразить возможности для нас с вами в качестве источников поступления пищевых и пребиотических волокон. Но, еще раз повторюсь, мы не претендуем на момент замены пребиотическим напитком всех пищевых продуктов, содержащих эти пищевые волокна, да, это добавление для того, чтобы получать суточную норму пищевых и пребиотических волокон в целом. Следующий слайдик. Идем дальше, да. Если мы говорим о том, какие требования мы выполнили, выпустив этот продукт, то это получился продукт, вот два ключевых, да, преимущества-свойства продукта. Продукт с высоким содержанием и пищевых волокон, и пребиотических волокон. Это важно понимать и важно иметь в виду, когда вы будете начинать с ним работать, да, какие ключевые фишки говорить о продукте. Дальше. Идем с вами дальше. Обратите внимание, что при начале разработки, что ли, да, и продвижения продукта, как и при создании любого другого продукта, всегда мы говорим о том, что важно идти от потребностей клиента. И, безусловно, наши коллеги провели потребительское исследование, в рамках которого было выяснено и, опять же, научно доказано, подтверждено необходимость создание такого продукта в рамках нашего портфолио Oriflame. Еще раз, да, о том, какие потребности мы учитывали при создании этого напитка, вы видите на этом слайде. И, безусловно, мы предложили простое, доступное решение, которое вливается в вашу жизнь абсолютно незаметно, но при этом становится важным дополнением для того, чтобы формировать микрофлору вашего кишечника, да, для того, чтобы собственноручно, что ли, влиять на то, насколько сбалансированным микробиом желудочно-кишечного тракта будет становиться день ото дня. И, соответственно, результат от применения этого продукта в целом и от изменения образа жизни в целом не заставит себя ждать. Он будет, безусловно, положительным. Это будет, в общем-то, влиять на, наверное, все органы и системы нашего организма, потому что наш кишечник, как мы поняли, это первая линия защиты нашего иммунитета, да, и, соответственно, от того, насколько сильная эта защитная функция, насколько хорошо мы себя чувствуем ежедневно, зависит и вообще, в общем-то, наше самочувствие в целом. Поэтому, безусловно, при появлении этого продукта мы решили многие потребности нас с вами, как клиентов, и наших клиентов в том числе, да, и дали простое и очень удобоваримое решение. Дальше. Ключевые, обратите внимание, здесь у нас перечислены ключевые
преимущество и уникальность продукта. Да? То есть мы обращаем внимание на этикетку. Так, сейчас, секундочку. Обратите внимание, что, в принципе, этикетка, опять же, у нас получилась очень, с одной стороны, инстаграммабл, то есть она такая очень красиво будет смотреться в любом посте Инстаграм, это раз. И, во-вторых, она максимально говорящая. То есть, по факту, вы можете взять этот пребиотический напиток и сделать презентацию продукта, опираясь на ту информацию, которая представлена на этикетке, да, то есть здесь у нас есть информация о том, сколько порций, как разводится, ключевые, какие компоненты, да, здесь есть, да, какие пищевые волокна здесь есть, сколько грамм в упаковке, сертификат веганского общества, сейчас, подождите, вот так. Также у нас здесь есть, где разработано, что это Oriflame, да, что это относится к категории wellness. И опять же мы подчеркиваем отсутствие, да, всякого присутствия каких-либо дополнительных ингредиентов, в том числе ГМО, глютена и так далее. Да. Отсутствие глютена можно подтвердить, посмотрев на компонентный состав. То есть в нашем компонентном составе нет ингредиентов, содержащих глютен в принципе. Поэтому глютен-фри – это тоже наша с вами фишка. В итоге, что можно, какой вывод можно сделать, что этот продукт, еще раз повторюсь, имеет нейтральный вкус.